Ребята, привет! Сегодня мы с вами поработаем с барсом, вот таким снежным, белым, пятнистым. Вот, что нам потребуется с вами для урока? Нам потребуется лист бумаги А4 или А3. На А3 деткам помладше удобнее намного работать, поэтому если есть А3, лучше подготовьте А3. Дальше нам потребуется карандаш-ластик, кисточка побольше, кисточка поменьше. Вот, и белый цвет. И кусочек пластилина черного цвета. Только черного сегодня нужен будет. Вот. Ну, а от себя можете уже детали более яркие добавить. Расскажу, какие. Вот. Первое, что делаем, берем в руки карандашик. Вот. И что нам нужно сделать? Барсик находится на холмике. Рисуем холмик вот такой неровной, изогнутой линией. Вот. Дальше кладем руку. Да, чуть правее на рисунок, но при этом, чтобы здесь оставалось место. И нашу руку обводим, но не по пальчикам, а вот такой вот кружочек делаем возле руки. Вот, смотрите, какой у меня объемненький получился барсик. Да? Я вот так и буду барсиком называть. Вот, дальше мы намечаем уши. Раз, два. Два вот таких овальчика. И, соответственно, этим овальчиком мы добавляем слух, чтобы наш барс нас слышал. Да? Барс, слышишь нас? Слышит, но пока не видит. Вот. Что мы делаем дальше? Нам нужно с вами нарисовать сейчас вот такие линии-помощницы. Раз и два. Это нам нужно для того, чтобы построить глазки. Глазки мы рисуем кружочками. Раз кружочек, два кружочек. Но если мы так оставим, у нас будет мишка. Кстати, тоже вам на заметку, да, как мишку рисовать. У барса и у всех кошачьих глазки, они, видите, кверху вот такие вот изогнутые. Значит, что мы делаем? Мы рисуем вот такую вот линию, как будто глазик обводим. Но не целиком, да, такую вот луну над глазиком рисуем. Вот, и на втором глазике делаем то же самое. Вот, и также делаем внизу такой вот выступ по глазику. То есть вместо глазика круглого у нас получается глазик-лимончик. Вот. Соответственно, в глазки вы добавляете теперь зрачочки. Они круглые. Раз, два. Сразу два глазика одновременно. И в зрачочек добавляете белую точечку. Это будет блик. Вот. Дальше. Нам нужно сейчас с вами... Вот здесь, смотрите, чуть я повыше сделала. Я немножко перенесу вот сюда. Можно, кстати, два блика поставить. Будет тоже очень эффектно, да, такой эффект мультяшных глаз будет. Вот, дальше от глаз я веду носик. Носик рисуется сердечком. Кто не умеет сердечки рисовать, вы можете сделать вот такие вот две птички. Смотрите, раз, да, птичка, два крылышка, то есть серединочка, и пошли крылышки. И, соответственно, два. Раз, два крылышка. То есть одна птичка у вас машет крылышками вниз, другая птичка машет крылышками вверх. И в итоге получается нос барса. Вот. Вот здесь у него дырочки. Дырочки не добавляйте ему посередине, чтобы не получился поросенок. И вот эти вот линии я могу, в принципе, стирать. Вот. Они мне больше не нужны. Как таковая, нам потребовалась только линия глаз, а линия носика, она уже идет именно от глаз. Вот. А дальше мы с вами рисуем ротик. Линию холмика можно вот отсюда стереть. Барсик уже вышел подальше. Вылез на холмик. Вот таким образом ротик ему добавили. Вот. И рисуем сейчас щечки. Щечки идут вот так вот глазком. Раз. И два. Вот, соответственно, добавляем точечки. Из этих точечек будут у барса расти усики. Следите, чтобы щечки были примерно одинаковые. Если что-то не так, аккуратненько подотрите.
Вот. И, соответственно, из этих точечек у нас выходят аккуратненькие вот такие вот длинные усы. Именно из точек, не из носа, не из вот этой вот широкой части, не из глаза, да, а именно из точек. Вот. И Барсик залез на холмик и устал, да, смотрите, он свои щечки, свою голову положил на лапки, да. Ой, карандаш у меня сломался. Сейчас я возьму другой. Сейчас, секундочку. Пока рисуйте вот эти овальчики. Вот. И что мы делаем дальше? Я делю на 4 коготочка. 1, 2, 3. Всего 4 получилось, да? Видите? 1, 2, 3. 4. 3 полосочки, 4 коготочка. Здесь то же самое. 1, 2, 3, 4 коготочка. Вот. И чтобы было понятно, что это у нас все-таки хищник, да, а не домашняя кошечка, вот так мы прорисуем ему еще треугольничками сами когти. Это были пальчики, да? И от пальчиков вот такие выросли коготочки. Так, все, с этим разобрались. И у Барсика сзади еще вот такой вот длинный овальный хвостик, достаточно широкий. У него шире хвост, чем у домашних кошек, чем у тигров, потому что хвостом он помогает себе балансировать. То есть, когда он прыгает, хвост ему помогает не завалиться в бок. Вот, проверьте, все линии у вас сейчас должны быть. Должна быть мордочка с глазками, носиком, ротиком, да, должен быть хвостик, лапки, вот, и давайте мы с вами сделаем сейчас несколько точечек, чтобы понять, как они и где находятся, да, то есть, смотрите, точечки как бровки, да, точечки, ну, как продолжение бровок, точечки, кончики ушек, точечки, например, посередине лобика, да, и рядышком с серединкой еще точечки. Все не будем наносить, все остальные уже сделаете потом. Под глазиком точечка, рядом с глазиком точечка, ну и, например, вот здесь еще точечки, да, вот. На лапках можете несколько точечек сделать, 2-3. Они, кстати, не обязательно симметричны. На мордочке они более симметричны, а вот уже на лапках, на тельце симметрии как таковой нет. Симметрия – это одинаковость, да, справа и слева. Вот. И на хвостике тоже добавим. Вот. Все, откладываем на этом карандашик. И начинаем работу красками. Носик у меня. Вот здесь чуть-чуть побольше я его сделаю, чтобы он был одинаковый. Вот, смотрите, я беру кисточку побольше, макаю ее в баночку с водичкой. И цвета какие можно использовать? Здесь, видите, светлее возле холмика, а дальше такое небо и розоватое, и голубое, и чуть фиолетовое по оттеночку. Вот, вы можете сделать такое же небо, можете свои оттенки. То есть используем так же, как всегда, да? Желтенький, оранжевенький, розовенький, голубенький. Вот, последовательность начинаем всегда с более светлого цвета. Пластик весь махните, чтобы работа у нас не пачкалась. И, соответственно, желтым начинаете наносить такие достаточно крупные мазки. Не забываем, что акварель любит воду. Без воды она рисовать не будет. Вот. И наносим, наносим, наносим. Желтенький, оранжевенький, розовенький. Да? Плавные, плавные. У меня вот такие будут переходы в моей работе. Вот. Можете по-своему делать. Можете, например, зелененький попробовать добавить. Можете голубенький. Вон, голубенький над ушком. Вон, голубенький. Разбавляю водой. Обязательно вода, краска, вода, краска. Если кисточка у вас не рисует, если она шуршит, значит на кисточке мало или воды, или краски. Вот, возьму еще синенький. Вот такой. Сейчас этого Барсика отодвину пока.
наш образец. Вот. И дальше уже у меня пойдут синий фиолетовый. Здесь будет потемнее оттеночек. Вот. Нанесли. Водой размыли. И на этом остановились. Да? Вот. Я буду вам рассказывать дальше. Вот. Если не доделали, можете поставить пока паузу. Вот. Что мы делаем дальше? Так, у меня там сдвинулся барсик. Нам нужно сделать вот этот холмик. В холмике у нас есть все цвета, которые в небе. То есть мы используем и желтый, и оранжевый, и коричневый, и фиолетовый. Но только с основным цветом. Основной цвет там коричневый. Вот. Нанесли коричневый. Обвели вот здесь вот лапки, коготки. Чуть-чуть на них залезли, ничего страшного. Главное кончиком поработать. Вот. И дальше добавляете те цвета, которые у вас есть в небе. То есть можно добавлять фиолетовенький. Можно добавлять синеватенький. Можно добавлять оранжевенький, желтенький. Да, то есть, чтобы у нас был такой радужный, яркий холмик. Розовенький очень красиво смотрится здесь. Вот здесь небо более темное, значит, добавляем больше фиолетовых, коричневый. Вот, все, на этом остановились. Я беру сейчас кисточку. Чуть-чуть потоньше, вот такую, да, с острым кончиком. И немножечко на своего барсика, вы возьмите, пожалуйста, палитру сейчас, или можно крышечку от баночки, все что угодно, да. Вот, чтобы нам размешать один только цвет, мы черный нанесем и разбавим вот так вот водичкой. Нам нужен прям светлый-светлый-светлый серый, чтобы барсика нашего обвести, да. И водичкой вот так вот чуть подразмыть. То есть, чтобы он получился у нас не черным, а оставался белым, но при этом на нем все-таки была тень. Вот так по краешкам мы его заполнили и чуть подразмыли. Цвет, обратите внимание, очень-очень-очень светлый. Если сделаете темный, барсик ваш превратится в пантеру. Вот, по краешкам ушек тоже. С одной стороны, с другой стороны. Вот. Дальше по лапкам. Здесь, видите, у меня коричневый попал. Я его просто подразмою. Оттеночек будет очень красивый. Вот. И здесь точно так же. Вот, по лапкам. Сделали. И на хвостике. Если цвет закончился, сделайте его еще разочек. Вот. И размываем, чтобы не было резких переходов, самое главное. Вот такой вот серо-беленький он сейчас получился. Делаем глазки. Для глаз мы берем голубой. Видите, какие у него яркие-яркие голубые глаза. Можно тоненькую кисточку взять. Аккуратненько глазки вот так вот обводим. Закрашиваем сейчас тот кружочек, который был самый первый. Помните, я еще сравнивала, что на мишку похоже будет, если так оставить. Вот, заполняем вот эти два больших кружочка. Берем черный цвет. Более густой, уже меньше водички. Обводим глазки. Это можно сделать, кстати, еще и черным фломастером. Если боитесь кисточкой работать, черный фломастер берете и аккуратненько обводите. Вот один глазик, второй глазик. Вот такой глазастик получился, правда?
И заполняем зрачочки внутри. Белые точечки оставляем. Если вдруг закрасите, белой гуашью можно будет их добавить. О, со зрачками какой барс сразу. Настоящий становится, правда? Вот так. Зрачочки тоже можно, кстати, и фломастером закрасить. Вот так. Вот. И дальше на кисточку моем ее. Берем розовенький цвет. И сейчас обводим. А потом закрашиваем носик. Вот такой вот носик. И также розовенький можете добавить и вслух. И чуть подразмыть. Вот. Усики ставим черненькими точечками, кончиком кисточки. И ротик точно так же делаем кончиком кисточки. Здесь можно, кстати, сделать или красный язычок, или просто закрытый ротиком и черненький. Вот. Обводим аккуратненько коготки. Тоже можно фломастером обвести. Раз. Раз, раз, раз. Вот, и вот эти вот полосочки, пальчики. Вот. Здесь, смотрите, я не сделала. И чуть подразмыли. Щечки вот эти вот, чтобы у него были выделены. Вот, что мы делаем дальше. Сейчас откладываем кисточку, немножечко поработаем пластилинчиком. Я беру кусок пластилина, отщипываю от него небольшой кусочек, его чуть проминаю в пальчиках, можно покрутить в ладошках. Получился вот такой кружочек. Этот кружочек я приклеиваю на пятнышко и чуть вот так вот расплющиваю. Да? Получается пятнышко. Дальше то же самое. Отрываю, скручиваю. Приклеиваю, растираю, чтобы аккуратненько растереть во все стороны его, да, сделали. Вот, смотрите, поставила и растерла. Вот, пятнышек у нас не очень много, тренируемся, да, то есть это очень хорошая у нас тренировка для пальчиков. Вот, развитие мелкой моторики для деток очень важно. Смотрите, большие пятнышки заполняем большими кусочками пластилина. Маленькие пятнышки маленькими кусочками. Вот, не забываем скручивать. Да? Скрутили. Приклеили. Да? Снова скрутили. Приклеили. Вот. И все в той же последовательности. Можете разные делать кружочки, а можете на всем барсике одновременно. То есть вначале, например, сделать все ушки, потом сделать на лапках, да, например, вот сюда приклеили, да, и такой же кружочек сразу же и здесь сделали. Не старайтесь только прям огромные куски отрывать, лучше маленький и получше его вот так вот растянуть в стороны. Он будет лучше держаться, чем большой кусок. Вот. Сюда точно так же поставили, растерли, поставили, растерли. Если вы рисовали пятнышки карандашиком, то стараемся заполнить так, чтобы все-все карандашные линии были закрыты пластилинчиком. Вот, поставили, приклеили. Ой, я прокрутить забыла. Смотрите, вот так вот покрутили в ладошках и приклеили. Тогда он меньше пачкает вашу работу. Еще раз смотрите, оторвали, ой, покрутили и приклеили. Оторвали, покрутили, приклеили. Вон сколько пятнышек у нас, да, можно считать. Сколько там, 10 есть?
У меня их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. О, это будет 21. Все уже считать умеете? Ну, как раз проверим. До какого числа вы умеете считать? Или считайте столько, сколько умеете. Вот. И осталось у меня два пятнышка, смотрите, возле глазика. И возле, и на щечке. Вот здесь. Вот. Такой у меня получился барсик. Теперь я жду ваших барсиков. Вот, присылайте их мне. Буду рада очень видеть. Все, всем пока-пока.